Книга 3. Тао. Путь Вознесения. 34-й тон языка света. Страсть. Свет. Розовый, лавандовый, светло-розовый. Природа. Активный. Страсть представляет собой вибрацию созидательного движения. Она стремится к взаимодействию со схожими страстями, образуя направленный поток энергии, то есть движения. В творческом порыве она вырывается из истока, из его стремления развиваться в постоянно новых условиях. Каждый момент бытия, полный и экстатический, думающий только о творческом движении, вот суть страсти –